вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И одна моя подписчица попросила снять вот такой вот туториал. Скажите, правда круто? Мне очень нравится. А вам нравится? Напишите в комментариях и посмотрите мой пример. Давайте смотреть! Люби меня, люби! Камеру и просто прыгала и выбрала другой кадр. Видео мы сняли, теперь можно приступать к монтажу. Теперь мы должны скачать крылья. Для айфонов мы заходим в Google и пишем «крылья GIF», картинки, и выбираем крылья, какие вам нравятся. GIF действует только в приложении VideoLib, в KineMaster только на зеленом фоне. Мне понравились вот эти крылья, поэтому я зажимаю и сохраняю. Вот и все, мы скачали крылья. Теперь мы выходим с Google и заходим в YouTube. Пишем «крылья на хромакее». Выбираем, которые вам нравятся. Теперь нажимаем на стрелочку внизу «поделиться» и копировать ссылку. Теперь мы выходим с YouTube и обратно заходим в Google. В новую вкладку и пишем «скачать видео с YouTube». Выбираем самую первую ссылку и вставляем в ссылку. Теперь нажимаем «скачать». Вот и все, мы скачали крылья. А так, чтобы вы не искали долго эти крылья, я в конце оставлю крылья на хромакее, и вы сможете просто скачать эти крылья. Они будут серые, черные и белые. Зайдем в галерею и сделаем скриншот нашего прыжка. Скриншот делается двумя кнопками. Одновременно нажатие кнопки выключения и кнопки снижения звука. Теперь зайдем в Pixar, нажмем на плюсик и добавим наш скриншот. Теперь на нижней панели выбираем инструменты и выбираем свободное вырезание. А в этом окошке нам нужно нажать на силуэт человека. И вы выделитесь красным цветом. Те участки, которые не зарисовались, можно зарисовать, а лишние можно стереть. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Сохранить» и «Сохранить в галерею». Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультмедиа. Все. И добавляем наше видео. Теперь мы разрезаем в том месте, там где прыгаю. Выделяем наше видео. Нажимаем на ножнички. И нажимаем разрезать и вставить стоп-кадр. Теперь мы ненужное видео в конце удаляем. Теперь мы нажимаем слой мультмедиа.
и добавляем крылья на зеленом фоне. И удаляем ненужную часть. Увеличиваем наши крылья до нужного размера. Подставим наш слой под нашу фотографию. Теперь можно убрать хромаки, чтобы было видно, где у нас находятся крылья. Нажимаем хромакей и включить. Подстраиваем ползунками. Нажимаем на галочку. А теперь мы подстраиваем наши крылья. Теперь мы нажимаем слой, мультмедиа и добавляем наш скриншот, который мы вырезали в Пиксарте. И его тоже подстраиваем. Подрегулируем так, чтобы у нас все совпадало. А чтобы было прикольней, мы выделяем наш слой и нажимаем выражение. И ищем эффект плавания. Вот так я умею плавать. У нас получился парящий эффект. Теперь я хочу добавить несколько цветовых эффектов. Теперь мы нажимаем на слой и выбираем эффекты. И выбираем эффект Split Spectrum. Нажимаем настройки и подстраиваем ползунками. И хочу сказать, этот эффект бесплатный. Посмотрим, что у нас получается. Если получается очень круто, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока оно загрузится. Еще раз на стрелочку и save видео. Все, наше видео сохранилось. Заходим в видеолип, нажимаем на плюсик, выбираем наше видео и нажимаем добавить в проект. Проверяем, это ли у нас видео. И разрезаем видео в том месте, там где я зависла в воздухе. Теперь мы нажимаем миксер и добавляем нашу фотку. У нас здесь наложился переход, мы его убираем. Смотрим, совпадает наше видео с картинкой. И теперь мы снова нажимаем миксер и добавляем крылья. Я добавила, теперь подстраиваем так, как вам нравится. Увеличить крылья на все видео я не могу, поэтому я буду дублировать. Выделяю крылья, листаю на панельке в самый конец и нажимаю дубль. И передвигаю нашу дублированную часть. И теперь делаем так до конца видео. Вот я все подставила, теперь сохраняем, потому что у меня ограничения. И поэтому много слоев я не могу добавить. Итак, сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. И нажимаем сохранить фотопленку. Теперь я нажимаю на вот такую вот папочку. И новый проект. Нажимаю на плюсик и добавляем видео, которое мы сохранили. И теперь нажимаем добавить в проект. Теперь мы разрезаем в том месте, там, где у нас начинаются крылья. Теперь мы нажимаем миксер и добавляем нашу фотку, которую мы вырезали в Пиксарте. Теперь подстраиваем под нашу фотку. Теперь я хочу наложить мини-свечение, поэтому я нажимаю наложение и смотрю, что лучше будет смотреться. Давайте попробуем вот это к светлому. Вау, оно очень круто смотрится. Давайте посмотрим, что же у нас получилось.
удалим ненужные части наших скриншотов. Но получилось нереально круто. Мне нравится. Разрезаем и удаляем. Все, теперь можно сохранять. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу и сохранить фотопленку. Подождем, пока она загрузится. Вот и все, наше видео сохранилось! И смотри видео одного лайкера, вот его аккаунт, и давайте смотреть! Bangs, you shot me one time. Bangs, you shot me two times. Bangs, bangs, bangs. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня